Сегодня приготовлю жареную печень с луком. Говяжью печенку вымойте и с помощью острого ножа удалите все пленки и протоки, чтобы после жарки она получилась действительно мягкой. Теперь очищенную печень нарезаем на кусочки. К печени добавляем соль, перец, все перемешиваем и оставляем на 5 минут. Репчатый лук очистите и нарежьте полукольцами. В сковороде нагрейте половину сливочного масла, подрумяньте на нем лук до слегка золотистого цвета. Пока жарится лук, печенку надо обвалять в муке. Я порциями добавляю муку к печенке и перемешиваю. Лук подрумянился, теперь лук убираем на тарелочку со сковороды. В ту же сковородку, где обжаривался лук, добавляем оставшееся сливочное масло. Выкладываем нашу печень, добавляем огонь. Жарим 5-7 минут, не забывая помешивать. Печень обжарилась, теперь убавляем огонь, добавляем наш обжаренный лук, все перемешиваем и жарим 2 минуты. В конце жарки посыпаем любой зеленью. Вот такая вот вкусная мягкая говяжья печень с луком у меня получилась. Готовьте с любовью, всем приятного аппетита!